Я встречал у святых отцов такую мысль, что людям разного уровня требуется информация очень-очень различная. И именно в данном случае они предупреждали, ни в коем случае не разговаривать с людьми и ничего им не давать, тех сведений, до которых они просто не доросли. Потому что, знаете ли, если начать говорить о высоких духовных материях, то они могут не понять и пойти не туда. И они предупреждают, что нужно начинать с самых простых вещей. И с самого начала нужно человеку знать кое-что, с чего он должен входить в церковь.